Привет, ребят! Уже запарился с вами здороваться, ну, в общем, вы ставите лайк и дальше офигеваете от этого героя. Я его прокачал на 9 СО, потестировал на битве гильдии, покажу тест. Такое, знаете, в нападении интересное, как сказать, не происшествие, а, в общем, интересный герой в нападении. Надо к нему привыкнуть, он забирает энергию и дает уменьшение набора энергии. Но есть нюансы, их вы видите в видосе про битву гильдии, где я его так пробежался, потестировал. Он у меня уже 13-13, то есть максимальная прокачка по скиллу. Прорыв я пока что не качаю ему. Сейчас я вам покажу, что дает на 13 скилле он. Я его собрал с SO 9. 13 скилл дает 620% атаки. 5 героев уже идет. 100 энергии забирает, 90% уменьшение, 4-6 секунды рассеивания. И самое интересное, он отражает входящий урон. То есть он такой же, как и Асура. Один в один. Я вам сейчас это покажу. Вот смотрите внимательно на юнитов. Вот они получают обратку. То есть это Асура номер 2, только он еще круче, чем Асура, потому что он летающий, потому что он дальник, потому что он автопрокер, потому что он имба. Вот так вот. И у него иммунитет к стану. То есть головокружение, молчание. В общем, вот так вот. И бьет он по героям намного дальше. Вот так вот. Ну и самое основное, это то, что он автопрокер. Ой, блин, закашлялся опять. Так, окей, с этим мы разобрались. Теперь поехали на самое интересное. Это Асура, ребят, 2.0 будет у нас, только летающий. 13-13. 13-13 скилл. Что я могу сказать? Я его собрал в дефный вариант, потому что на атаку его, конечно, классно собирать, но я это потестирую попозже. Дефный вариант, он на сегодня самый такой актуальный. Плюс у него 5 целей на 13 скилле, это, я вам скажу, немало. 5 целей, это сразу же на ЗБшке вы просто всех унижаете. Так, окей. Плюс скорость атаки у него довольно-таки обалденная. Поехали, давайте начнем с рейда. То есть он не 30-й прорыв, 30-й прорыв вы увидите немножко позже. Вот у нас есть, например, ворожей. Смотрите внимательно, как ворожей сейчас отражает атаку. Смотрите на Фрейю. Мы атакуем Фрейю, но она не выпускает. Посмотрите на этого, на Лазулю сейчас по нему попадет. Вот забралась у него энергия, нету энергии, все. Вот ворожей включился у нас. Надо было не с него начинать, надо было начинать с кого-то другого. То же самое у всех остальных героев, то есть он убрал уже одного, минус один. То есть таким образом у нас нету смотрителя, можно свободно бегать на многих локациях. Это реально будет жесть на битве гильдии, я надеюсь, я его затестирую в дефе. Надо будет на себя взять кого-то аккаунт топовый, напишите там в ВК, либо в телегу, у кого есть на Тайване хороший аккаунт с хорошими героями, и мы обязательно протестируем. О, Бугича разобрал. Это у нас дефный вариант, это не атакующий вариант. По чуть-чуть, постепенно. Вот, смотрите, смотрите на ворожея. Бедный ворожей. Вот посмотрите, как он энергию набирает медленно. То есть он не успевает даже зарядиться. Соответственно, он не успевает зарядить других героев. Вот так вот. Поэтому этот герой реально очень крутой будет на PvP локациях. Как снять его, как дебаф этот, я вам тоже покажу. Но вот смотрите, у меня уже осталось все меньше и меньше вражеских героев. Сейчас интересно будет дойти до Фреи и посмотреть, как он с Фреей будет работать один на один. Есть вот Рудольфик. Вот вам секретик сразу расскажу. Рудольф снимает его дебаф. Но сейчас Рудольфика не будет. И будет все намного интересней. Я надеюсь, Рудольфика не будет. Надо будет его собрать еще в атакующем варианте. Попробовать на атаку посмотреть, как он будет выдавать урон. Ну, его будут сливать намного быстрее. Если, конечно, успеет зарядиться. То есть много нюансов есть.
Так, он пошел походу на... Понятно все. Все понятно. И что мы видим? Давай, Огник, тащи его. Угу, конечно. Тащит. Скажите, что он не имба. Вы видите, чтобы Огник ударил? Нормально. Я нет. Тащит Огник. 10-й прорыв. Огник покруче. Там многие писали, вот Огник крутой, Огник крутой. Где? Огник ударить не может, потому что он заблокирован. Вот в чем самый сок этого героя. То есть он не дает героям возможности ударить, он их дебафит. Вот так вот. Не тащит Огник как-то против него. Не может он его убить. Теперь, ребят, идем на следующую локацию. Идем на арену. Я вам сейчас сделаю тест по локациям. Я вам показывал волны уже в предыдущих видосах. Идем на арену. Берем его на арену. Давайте бочку возьмем, чтобы у нас не было смотрителя. Ой. Ой. Немножко не ту взял. Перепутал слегонца. Прямо затащим по-любому этих. Ну тут понятно. Скорость передвижения у него тоже крутая. Надеюсь, мы сейчас кого-то хоть встретим. Здесь более-менее вот землеройка есть. Смотрим. Стрелок. Он просто зафигачил с удара сейчас. Кинул блочку. Блин, ну не знаю, мне он очень нравится. Конечно, это не топовые противники. Я надеюсь, мы сейчас найдем вторую эволюцию. Но он реально хорош. Это чисто герой такой против других героев на PvP локации. Самое основное, что он имеет отражение встроенное. Чего как бы я не присматривался, не видел, но реально он Асурик номер 2.0. Можно его собрать на нормальную жизнь, но как бы СО, даже на Асуре СО смотрится намного лучше, чем все остальное. То есть тут хватает этого отхила, так у вас дефи жизнь будет. Я думаю, это лучший вариант. Но мы попробуем обязательно его с другими талантами. Напишите в комментах, с какими талантами вы хотите увидеть этого героя. Так, вот отлично, хороший противник. Оп, что мы имеем? Мы имеем сразу же герои получили минус энергию. Ну, дамажит. Ну, тут блокировок нам накидали. Ну, тут посмотрите, какие герои. И все равно его не успели его слить. Сейчас попробуем. Надо найти что-то такое более... Так, вот отлично. Но здесь первая эволюция у нас. Вот забрал он у них энергию, наблочил. Что мы имеем? И мы имеем блок. И герои не могут ни восстановиться, нифига. Вот, посмотрите. Это тот же самый Асура, только с автопроком, блин. Такой сочный, которого мы ждали, блин. Дальник, и который имеет обалденные показатели. Я не представляю, что он будет в атакующем варианте делать, но реально он будет очень крутой. Бочку хотят мою слить. Да фиг вам, бочка не сливается. Бочка тащит. В общем, вот так вот. Поехали на забытую битву. Здесь тоже будет, думаю, интересно на него посмотреть. Я не знаю, какие у меня противники опять, потому что я Тайвань. Даже поставим сюда, ребят, бочку, чтобы у нас не было смотрителя. Вот, отлично. Оп, накинул молчание. Не дал зарядиться и... И все, и никто ничего сделать не может. Рино беспомощный. Вот так вот. Блин, обалденно. Это реально обалденно, ребят.
Отражалка его тоже будет тащить. Это однозначно плюс. Поэтому это, блин, реальная имба на сегодня. Для PvP локаций, кто бегал с Асурой, думаю, те знают, что такое Асура. А это просто жесть. Вот кинул молчанку, забрал энергию. Сейчас опять зарядится, опять забрал. Посмотрите. Они нифига сделать не могут. А если поставить на него еще по приколу, взять, поставить эту корку. Да тут фиг кто зарядится вообще. Корка, у него отхил есть вообще отлично. Фрейя даже ударить не может. Фрейя просто под блоком стоит, она зарядиться не может нормально. Вот она там что-то бьет, начала бить. Это жесть. Скажите потом, эта бочка тащит. Блин, ну обалденный герой. На 13-м 5 целей, это вообще самый сок. Здесь космо какой-то без эволюции. О, огник. Поехали. Фрейя вторая. Ну давайте, затащите. Понятно, что мы огника не сольем. Но тут Махатма есть. Нет, тут они, конечно, выдают. Огник 13. Ну посмотрите, как он их держит обалденно. Вот держит, он сливает эту энергию. Ну тут я ничего не сделаю. Тут, конечно, прокачки решают. Фрейя, Махатма и огник. Но один на один я бы хотел посмотреть. Как они будут именно один на один биться. Я думаю, скоро вам сделаю такой тест. Вот Асура у меня есть в этой пачке. Асура пока добежит, пока ударит, а этот сразу же атакует. Имеет еще отражалку. Что еще надо, вот скажите. Реально круто. Свалин. Ну там свалин не прокачанный, давайте обновим. Может, интересное что-то встретим. Опять Фрейя. Ну, блин, тут нету. Рон. Ну, просто тупо. Тупо пофиг. А, вот, наконец-то Хрон включился. О, Хрон тоже сейчас будет. И тень убивает себя, и Хрон себя убивает. Супер. Встроенная отражалка – это нечто. У нас отхил по 43к идет. Там Хрон тоже хилится, получается. Тень Хрона улетает. Не могут разойтись они. Ну, Хрон, видите, Хрон по чуть-чуть, по нам времени не хватит. Хроном обеслили. Короче, блин, ну что я могу сказать вам, ребят? Круто. Вот реально круто, крутой герой, бездонатный самое основное. Автопрокер еще имеет, как оказывается, встроенная отражалка. Асура 2.0 перезагрузка, я не знаю, как его еще назвать, но, блин, нереально крутой. На волнах он тоже будет крут, он забирает энергию, и на архидемоне мы его затестим обязательно. Против тыковки, вот, кстати, интересно посмотреть на тыковку. А, тут тыковка не топовая. В общем, вот так вот, 13-13 скилл, я вам показал, что он делает, 5 целей, 50% отражения у него, 600 там с лишним атаки, но самое основное 5 целей. То есть не 4, а 5. Для PvP локации, для вот этой локации это самое. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите видосика уже на максималке. Прокачаю я ему, думаю, 30-й прорыв. Ждите видоса, я не знаю, сегодня или завтра вам уже видос с БГшки скину. Возможно, вечером еще попробую пройти с ним. Тоже своеобразный герой. Но вот этого хватает вполне, то, что вы видели на прокачках. В общем, такие вот дела, ребят. Всем по такой имбе. Имба действительно хорошая. Всем удачи, всем пока.